Ну что ж, здравствуйте, мои дорогие телезрители. Сегодня у нас обед в суши-ресторане. Как я соскучилась по нему, давно я не приходила. Смотрите, что я заказала себе. Рыбку, это кольца из лука, очень вкусные. Я всегда беру плюс-минус такое меню. Мой супруг берет что-то другое. И я взяла еще тарелочку суши на двоих. Нам приятного аппетита. До скорого. Так, я нахожусь в Максима Дуте. Смотрите, я вам сейчас покажу все, что есть. Вот такое есть. Ну, пуховиком я не назову. Наверное, там синтепон. Да, синтепон. А, цвет такой серый, интересный. Длина вы видели. Вот так вот внутри. Смотрите, когда я зашла сюда, девушки-консультанты мне сказали, что это модель Вестерно Гранде, то есть большие мерки. Видите, да? Я сказала, ну хорошо, отлично. Смотрите, мне как раз. И модель такая не приталенная, вот такая вот она, видите? То есть мне она не маленькая. Вот. Это размер ML и цена серый цвет, чтобы вы понимали. Это внутри, а снаружи вот так. Размер идет ML и цена 129-129 евро сейчас. Поэтому не переживайте. Я думаю, что ML будет у вас хорошо. Вот я застегнулась. Это XS. Есть вот такая вот модель бежевого цвета, размер M, самый большой. S и M есть, отдельно S и вот эта M-ка бежевого цвета. Она не укороченная, видите, да, не совсем длинная. Тоже, конечно же, не пуховик, синтепон. Цена 149, сейчас 89 евро. Так, вот это размер M, серый цвет, такой светло-серенький. Смотрится неплохо, вот женщина померила. Но размер остался только S и размер M. Сейчас я вам скажу цену. Скузи. Скуза. Грация. 129 евро сейчас, но размер M. Смотрите, это размер М, это не мой размер, мне бы, вот Максимо Дуте все-таки немножко больше мерки, поэтому, видите, я в принципе в М-очке, видите, но я бы хотела на один размер чуть-чуть побольше все-таки, L мне было бы идеально, хотя, видите, смотрите, это размер М, есть еще один размер, но я не знаю, но не больше точно, и это бренд Максимо Дуте. Капюшон есть, это светло-серый цвет. Еще вот такая вот есть куртка. А цвет, знаете, такой сливочный.
Вот такая вот она легкая, но синтепон. На вид она такая, как будто тяжелая, но на самом деле она не тяжелая. Так, размер ML. Видите? Цена 199, 129 евро сейчас. Это Максимо Дути. Это Максимо Дути. Посмотрите, какая прелесть. Вот такая вот курточка на синтепоне бежевого тона. Это размер Large, L-ка. Есть размер S и M дополнительно. Но размеры ограничены, и сейчас распродажи, скидки. И все это быстренько заканчивается. Поэтому реагируем быстро. Вот есть две куртки, две модели разные. Одна вот такая вот светло-серая, но она как немножко такая серая серебро, но не знаю, ну вроде бы серая, да, как бы вот видите, с таким перламутром, как бы серая с блеском немножко, с перламутром. 129 она стоила, 79,95 сейчас стоит. Размер остался M, и еще одна есть такая же. Это последние остались. И размер S. А вот эти вот потемнее, которые металлические, размер есть M и XS. Цена 129,99 сейчас. Вот такая вот курточка, очень красивого цвета, такой, знаете, светло темно-бежевый тон, но он с перламутром. Очень красивый цвет такой, видите, да, с капюшоном. Это размер, в данный момент размер S, мне он маленький, конечно, он не должен быть приталенным, он мне вот здесь вот впритык, видите, да, в принципе, если я так сильно захочу и прям вот прям хочу-хочу, я могу себе купить и носить, но я люблю покомфортнее куртки, поэтому это не мой размер, размер S написано, но Максимо Дути больше мерки, поэтому имейте в виду, она примерно как M-ка. Смотрите, вот такие вот красивые, это Максимо Дути, очень красивая. Я сейчас в Макс Маре примеряю 48 размер. Мне он как раз, потому что 48 идет как 50. Видите, да? Сейчас я вам скажу, какую цену. Это пух натуральный. Вот так вот есть капюшончик. Цвет я сейчас вам покажу поподробнее. Видите, да, какая длина? В общем, классно. Так, смотрите, и скидка на эту куртку 372 евро. То есть 465, 372 евро сейчас. Цвет это темно, ну, шоколадный, серый, вот. Ну, она говорит бронзу, потом, значит, серый с коричневым, что-то такое. Но вот, видите, да, какой цвет. Он очень универсальный на каждый день. Это натуральный пух. Смотрите, вот такая вот есть куртка. Это нейра. Нейра. Все черный цвет, значит, размер можно заказать 48, это в данный момент 46, я даже не мерю, потому что 46 мне будет маленький. Вот такая вот модель с капюшоном, тоже пух натуральный, кармашки, цена 645, досконтары. Allora, scontato viene 516. 516 евро стоит. 516. Смотрите, вот такая вот модель. Я уже как-то во влогах показывала, но вот она еще есть. 44 размер.
Просто я одела, и я сразу говорю, что 44 в этой модели, она мне как раз. Потому что сама модель, она оверсайз, она должна быть вот такая вот большая. Поэтому, видите, 44 и мне вполне хорошо. Это тоже натуральный пух, Max Mara. И сейчас я вам скажу, какую стоимость. Также есть поясок, но эту куртку можно носить и без пояска совершенно, вот я считаю. Я бы так ее бы и носила. Видите, даже в открытом виде, вот так вот красиво. Темно-синий цвет. 492 евро стоит сейчас, а стоило 615. Но я считаю, что вот это вот хорошее приобретение. Еще одна. 580 евро стоит эта куртка со скидкой. Ну, супер цена. Еще я хотела сказать, что сюда входит еще вот этот ремень в комплект. Ну, 580 евро, 725 она стоила. Отличная цена. И размер мне, кстати, тоже подходит. Это идет 46 размер, но он мне подходит. Смотрите, у меня есть заказ на вот это пальто. Пальто, знаете, вот такой тренч. Черного цвета, он как сегодня устала, хотя работала полдня, но устала, потому что, ну вот смотрите, видите, здесь пакет, и здесь очень много красивых сумок. Конечно же, это вы увидите в рубрике «Подсмотрелки», это большущий заказ, будет очень много сумок. А здесь Massimo Dutti, я купила курточку на хорошей скидке, очень красивую, тоже вы увидите потом. Я немножко решила отдохнуть, сейчас возьму все это в руки и пойду домой. Хорошо, что проживаю рядом, долго идти не надо. Это витрина Miu Miu, такая вот она красивая, очень дорогущая марка. Один раз я зашла, хотела даже сделать съемку, договорилась и не пришла на следующий день, так как не смогла, потому что по времени что-то у меня там не получилось. Ну и все на этом. Ну, марка дорогущая, конечно, Miu Miu. Здесь находится Марни. Это такой тоже бренд, тоже дорогущий. Но, знаете, на каждую вещь есть свой покупатель, поэтому я всегда говорю, для кого-то дорого, для кого-то хорошо. Ну, а мне все равно, я показываю, а вы выбираете. С вами была Регина. До скорой встречи и пока-пока.